Магазин «Радуга» торговой сети «Вариант» на Октябрьской, 88, открылся как магазин самообслуживания 8 лет назад. С тех пор у него свои клиенты. В момент открытия рядом еще не было крупных торговых точек, но и позже, с их появлением, «Радуга» сохранила своих клиентов, которые любят ее за обилие свежих и вкусных продуктов, уютный торговый зал и тактичное обслуживание. Все магазины фирмы «Вариант» носят ее название, но в народе их называют старыми именами, которые были еще в самом начале, со дня открытия здесь торговых точек. Напомним, что название «Радуга» тоже сохранилось. Сразу понимаешь, о каком магазине идет речь. Покупатели остались у нас, кто-то, может, ушел, кто-то, может, добавился. Но, в принципе, я считаю, что наш магазин покупателям нравится. Нравится в каком плане? Что сюда пришел и купил все на раз. Этот я каждый день сюда хожу, да не по одному разу. У меня здесь очень все нравится. Продавцы очень вежливые, хорошие. Что надо, подскажут. Продукты, конечно, я выбираю по цене, такие недорогие, но, в принципе, все время беру их. Хлеб и мясные продукции беру, и песок сахарный у них дешевой. Вот так что все нормально. Моющие средства все покупаю, и воду покупаю, и кошке корм покупаю, все покупаю. Полки здесь действительно просто ломятся от товара. По каждому продукту есть график заказа и привоза, и он никогда не меняется. Это означает, что потребность в каждой группе товаров сохраняется. Причем появляются и новые, ассортимент постоянно расширяется. Мне 86 лет. Почти все время хожу только лишь в этот магазин. Мне очень нравится, выбор большой, что хочу, то и куплю. По силе возможности. Молочное, и молоко, и сыр, и творог, и сметанку. В общем, все, и колбаски куплю. Так что все, что можно по деньгам. Мне очень нравится. Девчоночки очень хорошие, внимательные, подскажут. Так что все хорошо. Магазин радует своих покупателей не только качественным свежим товаром, но и скидками на него. Можно купить здесь и схозгруппы продукты. Продукты можно купить как и полуфабрикаты в замороженном виде, как и свежие. Много очень сейчас продаем полуфабрикатов из кур, из мяса свинины, из телятины. Телятина Костромская область, свинина Шувалова. Есть даже, которые приходят с утра люди и просят, чтобы именно им что-то оставили. Я считаю, что это, в принципе, неплохо. Сейчас стоим около полочек с приправами. Я считаю, что шикарный выбор приправ на любой вкус, на любой кошелек. Даже есть приправы, которые идут уже с рецептами. То есть хозяйка, не задумываясь, купила, допустим, что-то курочку, купила приправу курочки. Она уже, в принципе, сама сообразит, как ее изготовить. Огромное количество фруктов проходит через наш магазин. У нас в наличии сейчас 4 вида хурмы. Яблок видов 5-6. И это все заказывается каждый день. Виноград. Пусть да, он сейчас и дорогой, 100 с лишним стоит, но также его берут. Торгуем рыбой, в принципе, самой ходовой. Это путасу. В неделю, продаем около 100 килограмм. Минтай. Тоже прекрасно идет. Завозы у нас рыбы 2 раза в понедельник и пятница. Так что тоже не залеживаться эта продукция. Сами покупатели уже знают, некоторые покупатели знают, когда завозы товара, и они уже приходят и знают, что товар будет свежий. Торгуем очень хорошо с сыром. Особенно, когда увидели передачу с Валерием Васильевичем. Жить здорово. Много продаем творога, сметаны своего производства. Хлеб – это у нас все. Уже люди привыкли, что хлеб у нас свежий. Если, не дай бог, хлеб у нас остается, допустим, со вчерашнего дня, он уже такой не очень мягкий, уже они обижаются, говорят, хлеб не свежий. В принципе-то мы получаем 2 раза в день хлеб. Он не свежий, практически не может быть. Пирожные, торты, огромный ассортимент кондитерских изделий. Также заявки делаем каждый день. Каждый день нам это все привозится. Сейчас у них ассортимент расширяется. Новые какие-то пирожные вводятся, торты новые делают. В принципе, никто не обижался, не жаловался. Даже у меня приезжала сестра. Попробовали наши местные пирожные. Не сравнить и по вкусу, и по цене с питерскими. У нас много акционных товаров. Эти акции меняются недели через 2.
Вот. Даже ну, люди, допустим, ходят и говорят, вот, девчонки, к праздникам бы это хотелось по акции. Идем навстречу, доводим до своего руководства, которое, значит, рассматривает уже выше и скидывает нам эти акции. Торгуем также мы диабетическим питанием. Раньше ведь диабет вообще в Буе невозможно было купить. Сейчас это уже все реально. Детское питание хорошо продается. Также по детскому питанию идут многократно акции. Коллектив наполовину состоит из опытных, работающих с момента открытия магазина продавцов, и наполовину из молодых. Сработались быстро. Молодым нравится брать пример с увлеченных работой старших наставниц. Коллектив «Радуги» под стать названию магазина. И еще очень креативный. Украшено очень красиво вот, к Новому году. Кто это делает? Сами это придумали? Сами девчонки, молоденькие. Я говорю, девочки, давайте что-нибудь придумать. Они ну, очень так это с инициативой. Сами что-то делают, сами вешают. Нравится им. Желаю, чтобы они процветали дальше, чтобы у них все было народу очень много, и чтобы и продукции было много.